Ну и вот, сижу я такой, значит, классный и прикольный в этой замечательной палаточке и смотрю, как мои петы развиваются. Все очень классно и офигительно. Так, ладно, надо вылезать, надо записывать ролик. Опа, вылезли. Так, надо поближе. Опаньки, приветики всем. Всем приветы, с тобой Калантайка. Если что, играем в Pet Rancho 2. Если что, я буду его называть уже просто ранчо. И все, на этом, наверное, остановимся. В общем, вот такой вот мое ранчо. Вот такое вот. Классно и офигительно. Ты, наверное, уже посмотрел два моих предыдущих ролика. Но они больше как обзор, наверное. В этом ролике мы с тобой будем выбивать, наверное, заключительных моих питомцев. Легу нужно заключительно выбить. Я не знаю, получится, не получится. Но если не получится, я там уже за кадром повыбиваю. Но еще я хотел бы рассказать пару слов о механике этой игры. И да, вот. И это первое. Это... строительство. Это очень прикольная вещь, но это просто, во-первых, это... Так. Первое, это в основном только декоративная вещь. Я уже спрашивал в первом еще ролике, как строить. Надо просто прийти на свою территорию, на свою ранчо и нажать на билд. И, в общем, ты можешь спокойненько строить. У каждого предмета можно изменять цвет. Например, вот сейчас я сделаю красным верхушку. Да, или, например, там белую низ. Вот, белый низ. И это, в принципе, у каждого предмета можно сделать. Давай сделаем палатку, например, красную. Чё бы не сделать ее. Вот, ее даже вот так вот со всех сторон красную. Причем у палатки тоже два действия можно делать. Каждый предмет можно перетаскивать куда захочешь. Но единственное, что только если ты прям так хорошо поставил тютелька в тютельку, вот квадратики не совмещаются, все очень хорошо, все очень замечательно, ты такое поставил, все молодец. Но потом, если ты вот, например, с середины будешь утаскивать, ты потом середину фиг когда поставишь. Поэтому, короче, если вы соберетесь строиться, то все замечательно. Так, откуда все брать? Вот эти вот все предметом. Если, кстати, их было бы нужно выбивать, было бы, мне кажется, интересно. Кстати, вот инструкция, я, кстати, ее даже не видел. R ротация, это крутить. Если что, вот мне нужно было как раз вот это крутить, палаточку покрутить немножко, а я не мог догнать как. Ну, я не видел эту инструкцию, а просто методом тыка и воспоминанием, как обычно люди ставят, то покрутил. Вот такую Ниву я себе приобрел. Ой, ладно, сейчас расскажу. Есть магазинчик в строительстве. Так, в магазинчике строительства есть две вкладочки. Пока что две вкладочки. Это натурал, это, я так понимаю, ну, все природное. То есть деревья, камни, грибы, доски какие-то непонятные. И декоративные. То есть лавочка, какой-то баннер непонятный, какой-то светильник, какой-то пень, фонтан можно. Кстати, фонтан, давайте сейчас купим фонтан. И самое, что интересно, две вещи, которые продаются за валюту, именно вот эту, как вот там, и заборчик, я его так называю. Вот, это у нас продается поезд, локомотив, я не знаю какого размера, но я не хочу покупать. И Нива, вот Ниву я себе приобрел, вот такая вот Нивка у меня стоит теперь, красивая, замечательно, 75 стоит заборчиков. Но, честно, я бы не советовал бы покупать, если... прям вы не хотите. Давай я вот эту штуку я хочу купить. После того, как мы покупаем, мы закрываем магазин. Ой, я не то закрыл, да? Не надо было закрывать магазин. Надо возвращаться на ту же вкладку, где и стояло все на свете. Давай поставим тут фонтанчик. Давай я все к себе. Давай вот сюда куда-нибудь. Поставим фонтанчик и посмотрим, как он будет работать. Так, а он, по-моему, никак не работает. Это просто... это просто как этот, даже не фонтан. Ну ладно. В общем, вот так вот выглядит это пьедестальчик. В общем, ну, в принципе, если буду добавлять сюда декоративные какие-то элементы, можно будет прикольно что-то делать. Я очень много видел в Твиттере у разработчиков. Там много ребят креативничают, там типа в виде Супермена выставляют гигантского, ну то есть на все поле там значок Супермена. Причем можно же грибами все что угодно строить, например. Да не только грибами, можно елками все что угодно строить. Цвет-то можно как угодно менять. У кого ты видел все в белых тонах? Очень красиво смотрится. Такое, знаете, как это, как будто попало в одуванчиковое поле.
Ну, очень красиво смотрятся некоторые территории. Некоторых как-то не очень. Ну, много креативных. Я просто запомнил как-то две. Запомнилось две. В общем, как-то так. Так, что еще хотел показать? Еще я хотел показать по поводу заборчиков. Заборчики — это валюта такая у нас. Заборчик — это как там... Как она называется? Ранчо Коинс. Вот, Ранчо Коинс они называются. И очень прикольная валюта. За эту валюту ты можешь улучшать вот такие вот перки свои. И второе, ты можешь, получается, покупать вот эти вот два ингредиента. Ну, пока два ингредиента, я так думаю, пока что. Может быть, в будущем за эти Ранчо Коинсы еще что-то добавят. Но пока что вот так. Как их фармить? Первое, тут появляются у нас ежедневные квесты, которые я уже вот выполнил. За них, за каждого дают вот такое Ранчо Коинса. И второе, это Adventurous. Это приключение. То есть ты можешь автоматически добывать... каждые 6 часов по 10 Ранчо Коинсов и каждые 12 часов по 15 коинсов. Я вот эти два квеста последние, финальные, выполняю, и все. И вообще, ребят, не заморачиваюсь. То есть ты можешь, если, конечно, хочешь побыстрее раскачаться, развиться, то ты должен, конечно же, в Adventurous делать вот эти вот маленькие ненужные квесты. Так, надо отдалиться. Тут иногда бывает такое с камерой, что-то у них в этой игре. Единственный минус. Так, еще один плюс этой игры, который я хотел сказать относительно не какой-то другой игры, а относительно их же самой игры. Это Pet Simulator... Ой, Rancho Simulator 1. Вот. И, в общем, там была такая проблема. Когда ты стоишь, выбиваешь, то тебя могут любой человек взять и столкнуть вот так вот и куда-нибудь выкинуть во свояси и куда-нибудь подальше. Кстати, смотри, сколько я уже повыбивал питомцев. Также, да, да-да, но это я уже сказал, уже плюс, да? Давай перейдем еще немножко в индексе, об индексе поговорим. У меня уже 61 питомец из... ой, кстати, кто-то круче... Леха круче меня, у него 62 питомца. Вот, молодец, молодец огромный. Вот. У меня 61 питомец из 76, это очень круто, рассказываю как и что. Вот этого эпика я тебе сейчас расскажу, как получить. Вот этого эпика я тебе тоже расскажу получить. И вот этих двух лек, и вот этих четырех лек я тебе расскажу получить. А, да, мы перейдем пока к премиум. Премиум питомцы, они даются только из шопа. Вот, то есть, 4 питомца в шопе, и их шайна-версия тоже 4 питомца. Получается, 8 питомцев, которые мы не сможем получить без доната. Но это, в принципе, пофигу, они премиум, но без премиум, да и фиг с ними. Ну, нет премиум, да и ладно. А, вот. Мне это вообще никак не пугает, я все равно собиратель, и то, что у меня не будет вот этих вот 8 питомцев, ни разу, и ни два, ни... ну как-то все равно, как... ну реально как-то все равно, они всегда там будут, когда-нибудь, может быть, какую-то сделают скидочку и дадут вот хорошим людям бесплатно их, вот, ну, дадут возможность бесплатно их получить, кто любит эту игру. Ну, я не знаю, как они на самом деле это будут делать, мне кажется, они просто будут добавлять премиум, а этих будут выгонять, например, в какое-нибудь супер-мега-крутое яйцо. Ну, может быть, так будет как-то. Не знаю, честно, не знаю. Вот, может быть, сделал какой-то шанс. Пока это, конечно, это я просто думаю, надеюсь на это. Ну да ладно. Кстати, по поводу друзей. Мне уже говорили, уверяли это. Пожалуйста, говори, кто с тобой на серваке. Со мной на серваке находится сейчас Лёха 007-428, Данила про Крят... Ой, я фиг его прочитаю тут, да? Аразаля Батикан. Вот так вот как-то, да, наверное? Ну, в общем, если что-то, поправьте меня. ЗХБР 1508. Еще вот еще один. Со мной находится дружбанище. В общем, погнали дальше. Погнали дальше по индексу. По индексу у нас еще с тобой. Смотри. Мы можем с тобой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 получить питомцев, но я могу лично получить еще только 2 по яйцам. По яйцам только 2 мне нужно выбить. Объясняю, в чем прикол. Короче, у меня осталось 2 леги. Вот это лего... А, 3, получается, яйца. Да-да-да-да-да-да, 3. Вот это лего, которое я не выбил. Вот она, одна единственная лего. И, в общем, ихняя шайна-версия. То есть, вот эта вот версия... Вот это вот.
Да, от этой вот, вот от этого, вот от этого пета я получаю вот эту шайна-версию. И от этого вот пета мне нужно получить шайна-версию. Но это очень мега сложная, вот эти пэти. А, нет, 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 где она? А где она? Ну, где-то есть. Наверное, вот она и есть. Ну, ладно. В общем, мне вот это, от этого питомца тоже нужно получить шайную версию. Где брать еще четырех питомцев? А четыре питомца, на самом деле, еще проще где брать. Они находятся во вкладочке «Логин». То есть, вот этот питомец, вот этот питомец, вот этот питомец и вот этот питомец. Их нету в яйцах. Вообще, ребята, эти питомцы достаточно фри-эксклюзивные петы. Называются эксклюзивные питомцы. Их мы можем получить только вот из этой вот штучки, причем достаточно очень крутой, 4,5 миллиона. У меня еще до сих пор ни одного пета такого нету. Только 1 миллион, да? А там 4,5 миллиона, это очень круто. За 30 дней, правда. Вот, 1,5 миллиона, вот как сейчас. Вот такое, вот такая лего. Вот такая, вот такой эпик. Две леги, два эпика. Вот такие вот замечательные, классные, крутые питомцы. Но за 7, за 14, за 20 и за 30 дней. Все. Все. Надеюсь, что тут все, что я хотел сказать, все сказал. Так, тут очень жесткие, кстати, рейтинги. В рейтинге очень тяжело влететь. Если ты прям собираешься сейчас вот прям начинать играть и влететь в рейтинг, то это все. Это пока нереально. Нереально. Я не понимаю, как там они играют. Конечно, скорее всего, они просто играют через донаты и все. По-другому там ни разу не два, потому что тут есть вкладочка такая, как бусты, которую можно улучшить себя прям очень-очень-очень-очень-очень-очень хорошо. Причем ой, прям приятно улучшить себя можно. Ну да ладно, это уже дополнительно. Я не собирался в этой игре идти в рейтинг, и я просто хотел хорошую игру. Я ее получил. Я ее получил. Так, наш с тобой след... О, кстати, на строчке что-то, может, на строчке что-нибудь добавили? Ничего не добавили. В общем, наша с тобой цель. Я сейчас сделаю буквально через чуть-чуть, прям вот буквально на паузе, прям вот... Ай, секундочку, подождем. Вот. Ну, для тебя будет прям миллисекунда, для меня прям вот секунда две. Я добью себе 100, по-моему, триллионов, я не помню, 106, да? Ну, 100, 105, сколько? 60 триллионов все сделаю, в общем. И с тобой сделаем реберт X100. X100 реберт. Вот этот вот. Классный ребертик, самый финальный пока что на сегодня. Так, что делать-то? Все, 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 все. Все, все. Не, ничего такое с отдалением, все. Все, все, тихо, 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 тихо. Все хорошо. Сделаем с тобой ребертик. И не буду я сейчас добавлять, ребята. Добавлять я не буду в рамках ролика. Вот, сделаем с собой ребёнка и попытаемся выбить вот этого пета. Я уже 159 раз пытался выбить, но не выбил. А, не, больше получается, потому что у меня еще лего тут выпало. Ну, тут можно сказать, я 240 раз пытался выбить лего в этой игре. То есть 241 раз, можно так сказать. Вот так вот, ребят. 241 раз попытался выбить и не выбилось. Поэтому вот такой вот я везучий. А также, кстати, хотел тебе рассказать по поводу лайфхака. Я тут увидел в Твиттере, мне никак не давало покоя, как девочка выбила одну единственного пета, и у ней получилось вот это вот лего. Каким образом, я не мог понять. Но потом я дошло до меня. Она просто подошла вот так вот. Заскринила в самом начале, когда все черное, все заскринило. Потом довыбивала вот этого лего, потому что, ну, в принципе, она могла за один день выбить спокойно вот эту лего. И потом просто один вот этот вот квадратик вырезала, вставила в ту фотку, и все, и все. И у нее, и она читак, и она читак, и она молодец. Но это мое личное предпочтение, я только так себя успокоил, потому что, ну, по-другому никак нельзя, я так тоже буду хвалиться у них в твиттерах, пошли они нафиг. Скорее всего. Вот. Ну, когда новое яйцо будет. Но пока я сейчас не буду так делать. Пока что не хочу. В общем, все, в принципе, офигительно. Ладно, ребят, встретимся буквально через секунду, когда я добью себе 105 триллионов. Это первое. И, кстати, заметили, я звук прям, я не знаю, я от музыки, от звука, вот когда я на самом деле немного в этой игре и сижу играю, потому что эта игра все-таки АФК больше, но звук приятный, он ни разу и ни два не напрягает, хотя он вообще не меняется. Вообще не меняется, ни разу, ни два не напрягается. В общем, ладно, встретимся через секундочку, ребят.
Ну что, ребят? Что, ребят, дождались? Блин, со мной очень-очень много подписчиков. С учетом того, что у нас, ребят, даже не куплен VIP-сервер в этой игре. Я, в принципе, даже и не хочу покупать VIP-сервер для этой игры. Со мной находится очень и очень много подписчиков. Минус один человек только лишний, а все остальные мои подписчики. Это очень-очень круто. В общем, я накопил, как и планировал, 106 триллионов. Со мной находится на сервере Zaro Ван, третий Катя Китон, МДМД2, МСС7473 и вот это вот я уже давно говорил уже, Аразаля Батикан, в общем какой-то такой, и ТРКФ. В общем, вот такой еще тоже замечательный парень со мной. Так, ладно, что мы делаем? Мы делаем с тобой реберт. Реберт мы с тобой делаем, это круто. Сделали мы реберт, мы получили 1000 реберт токенов. Это классно же, это же классно. Так, что я делаю, как обычно? Я обычно выставляю, смотри, вот так вот, автоэквип самых топовых своих петов. Второе, что я делаю? А, все, второе мы открываем с тобой петов. Это мега круто, я как раз... Ой, ё-моё, мне не нравится так. Подожди. Если у тебя все плохо с этой, как вот там, с приближалкой, вот как у меня сейчас, либо перезагружай игру, либо крутись-вертись, но она вроде должна сработать, но она, ну, почему-то не хочет срабатывать. Ладно, не буду я перезагружать игру. Все, погнали открывать яйца. Яйцев мы откроем сейчас очень-очень много, но мы не должны выпасть. Точнее, у нас не должна выпасть Лего. Так, Т-шка хоть нажмется. Нажалась Т-шка, чтобы я спокойно мог где угодно с тобой полазить и все что угодно рассказать. Когда у тебя открываются яйца, ты можешь где угодно лазить. В любом меню, все, что хочешь, только единственное, у тебя все равно поверх всех окон будут открываться яйца. Вот такие вот дела. Это тоже, кстати, удобно, потому что иногда я индекс хочу позырить, а как бы, ну, блин, открываются петы, открываются, если, например, предыдущее яйцо. Ну, открывается, мне оно никак не мешает. Так, я надеюсь, что все-таки нам выпадет вот этот финальное лего. За эти, получается, 100 открываний, это же много, 100 открываний-то, 100, это прям дофигища. Это самое главное, что бы я хотел такое получить. Либо я бы хотел бы получить две леги вот таких вот. Это тоже я бы не отказался. Две легендарочки вот этих вот сереньких, почему? Чтобы сделать шайна легу. Вот я бы хотел бы, конечно. Чтобы просто она у меня бы уже качалась и радовалась бы жизни. Так, ладно, нам выпадают рарочки. На рарочки мне тоже не особо уже не особо интересные. Так, что я тебе хотел показать? Я тебе хотел показать игры. Игры я выполнил. О, как классно. О, кстати, за упало. Мы, кстати, вот интересно, давай проверим. Мы можем играть, когда открываются петы. Давай посмотрим. У нас 870. Давай, сыграем быстренько. О, у нас параллельно. Слушай, это круто. Открываться будет сейчас? Давай, проверим. 870, 800, получается, 60 пускай, да? Давай. Сейчас прямо до 10 дойдем и проиграем. Специально, спецом проиграем. Давай, проиграем. Все, ладно, проиграли. Нет, не открыл. Не открывается у нас питомцы таким образом. Ну да ладно. Не открывается. Это невелика потеря. В принципе, пофигу. В общем... Да, я сделал себе новый рекорд, сделал 26 вот в этой вот мини-игре и 142. Напиши, пожалуйста, в комментарии, какие у тебя счета в этих играх. Просто очень интересно, как кто играет и кому вообще затянуло вот это вот мини-геймы. Затянуло ли вообще, или понравился? Ой, лего, первое лего, так, это выбилось. Вторая бы лего, и вот это бы легендарочка. Это было бы все четенько. Даже по звуку, кстати, заметили, когда выпадает лего, очень и очень все классно. То есть меняется звук, так же, как и в Бисфарме. Это круто. Кстати, какой у меня титул есть? Это 100 объектов, Adept Pro. Так, Rebirth. Так, вот этот у меня есть. Этот у меня есть. Не знаю. У меня этот есть. О,
О, это у меня есть, это прикольно. Это прикольно. Adventures mini. А, это все, которые. Все! Вот эти все титулы, это все, которые у меня есть. То есть я не могу какие-то лишние открыть. У меня есть эксперт, у меня есть. Вот сам последний, это вот этот вот какой-то непонятный. Нет, это не разблокированный титул. Тогда вообще непонятно, какой разблокированный, какой нет. Вот это разблокир. А! Нет, не вообще не понял ни разу. Тоже не могу. Вот это могу. Ладно, тут это вот с титулами, они как-то помудрённым. Но они мне особо не нужны, титулы, это так. Это брехня полная, я никогда их не брал в зачет, но то, чтобы классно или что-то такое. Так, мы можем в этот момент сейчас получать наше ранчо. Пока у нас там открывается. Питомца 40 уже сделали, 48, еще чуть-чуть не хватает. Ну ладно, мы в этот момент мы можем одеть всех. Одели всех и давай улучшим. Конечно, я понимаю, тут все вообще замудрено, запутано. Окно на окне, но просто так удобнее. Так удобнее, ребят. Это молодцы, разрабы сделали. Окно, автооткрывание, все дела. 700 осталось штучек. Надеюсь, что сейчас кто-то хоть ценненький да выпадет. Эпик, эпик, это неплохо, неплохо. Неплохо. Начинает опять игра подлагивать, когда очень много всего. На карте, походу, дело, или долго играть. Непонятно. От чего, для чего, за что, почему. Это действительно мне. Это, для меня это пока загадка, ребят. Пока для меня загадка. О, это хорошо. Нет, но это не тот, кстати, не та эпик. Не тот, это, мне вот эти эпики нужны были. Да. Эти покруче, по-моему, эпики. Если не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь. Ну, даже вот так посмотрите, это 3. А, это 31, а этот 37. И он хуже, чем вот этот 31. Ну, понятно, да. Понятно, что все-таки вот этот орел лучше, чем вот этот вот непонятный. А, рогатый какой-то. Какой-то рогатый, летающий рогатый какой-то штуковин. Даже не знаю, как его обозвать. Так, что у нас, кстати, с петами? 4 из 5, да, 4 из 5 у нас леги. Надо бы пятую легу. И было бы зачетно. Белых я уже не беру, вот этих. Уже начинаю удалять потихоньку. Это на самом деле очень круто и классно. И. Что у нас еще? И вот этих желтых уже так вот, ну, скептично. Они следующие вот у нас идут на выбывание. Ну да ладно. Уже так, знаете, уже все. Уже на последнем яйце, уже так финалочка, уже прям хочется что-то новое. Новое яйцо. Уже реально прям, мне уже хочется новое яйцо, но я думаю, разрабы сейчас быстро добавят. Вот с яйцами они как-то быстренько добавляли, я всегда вспоминаю. У них не было такой проблемы. Опаньки! Выпало все-таки Лего нам. Это круто, это круто. Давай, 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 сделаем шайни Лего. Как она выглядит-то? Она особо не отличается, особо не отличается. Просто становится светяшечкой. Становится просто Лего у нас светяшечкой. Давай ее возьмем. Конечно, мы сейчас немножко потеряем в добыче, но она, когда раскачается, она будет мега-мега топовая. Так, ладно, мы еще получили еще одного питомца в индекс. Осталось нам вот это вот Лего выбить и Лего эту сделать одаренкой. Это мега тяжело, потому что нам еще 200 питомцев выбивать, чтобы сделать себе Лего. Ну, получается, Лего эту 100% выбить. Потому что она мне вообще не выпадает ни разу и ни два. Так, что у нас? Где у нас индекс? Где у нас? Вот она появилась, вот тут Лего. Вот это вот Лего, это вот отсюда. Все, в принципе, понятно, все ясно. Так, ладно, что-то тут. Что тут лагает? Происходит. Вот видите, отдалить не могу экран. Надо перезагружать эту. Игру. Игру перезагружать, потому что. Ну, что-то не хочет удаляться. Единственное. А, еще знаете, что я хотел показать? Тут два таких вот, два секретика. Сейчас покажу. Первый секретик. Где наше ранчо? Нам пофигу. Слушай внимательно. Бежим в любую сторону. Если нам нужно попасть на ранчо, нам не обязательно идти в свое ранчо. Нам достаточно просто упасть вот с этого вот места. И мы попадаем на свое ранчо. А вот все равно, я думал, сейчас помру. И все равно ничего не будет. А если ресет нажму? Ресет нажал? Что будет?
Нет, отдаляться не могу, надо все, ребят, сейчас через 5 секундочку перезапущу, я уже все равно представил всех ребят, и если что-то даже попаду на другой сервер, я просто никого не буду представлять. Ладно, все, перезахожу, и будет все будет нормальненько и офигительно. Так, ребят, все, перезапустил, все, мышка работает, точнее, это работает, все, вообще минимальные лаги. Проблема, не знаю в чем, может что-то накопительное тут. Знаете, там один пришел с кучей петов, второй пришел с кучей петов, ты еще кучу петов пооткрывал. Может, где-то что-то в кэше копится и не удаляется, пока ты не перезашел. Ну, короче, как-то так. Наверное, я не знаю, как это связано. А вот с именно с мышкой это вообще, это беда еще та. Не знаю, честно. Я знаю, что подумал. Давай так. Давай, если этот вот именно ролик наберет 100 лайков, если этот ролик наберет 100 лайков, я себе куплю. Я просто по-другому не умею покупать, ребята, вы сами знаете. Я таким образом покупал и в БСС себе всякие вещи. Я себе куплю вот такую штуку, я себе хочу купить. Сейчас покажу. Сейчас, а нет, Тэшка там перейдет. Вот хочу вот такую штуку себе купить. Блин, не-не-не. X2 Coins. И вот, кстати, вот это X2 Pet я бы себе тоже купил бы. Вот это, либо вот этот я себе купил бы штуку. Классную штуку. Либо вот эту, кстати, штуку купил, которая тоже, кстати, классная. Либо вот эту. Вот это мне вообще прям вот, я очень хочу. Вот эту очень хочу. Вот это вообще, вот это самое топовое. То есть вот эти три я хочу купить. Но. Сначала куплю что-нибудь одно. Надо выбрать что-нибудь одно. Давай так, давай ты напишешь, чтобы ты бы купил бы себе вот из этих трех геймпасов. Потому что, ну, все остальные геймпасы ни о чем. Лайк, удачи, да фигня, Open 3, да фигня. Два коинца, фигня. Inventory Space, фигня. Чё? А, фигня. Хотя, ну вот это еще более-менее. Вот это, кстати, более-менее. Хотя инвентарь. Непонятно, инвентарь или это петов и яйца вместимость. Ладно, это непонятно. Это вот это непонятно мне. Что тут добавится? Либо в инвентарь, я имею в виду, где вот билды строятся, да? Либо в петы. Не очень понятно. Хотя там вроде нету такого, что, блин, нужно что-то было. Мне нравятся Adventures, потому что Adventures я все трачу на последние квесты, я уже говорил. И остаются вот эти вот квесты непонятные, я бы их, конечно, заюзал. Так, и смотри, вот это X2 Pet Experience, это очень топо, потому что у меня всю ночь простоял питомец какой-то. И он, видишь, еще даже, вот, например, Epic, да? И он еще не полностью прокачанный. Не полностью. Это прикольно, чтобы меньше времени покачался новый пет, и он больше тебе приносил. Это, на самом деле, такая достаточно хорошая вещь. И третий вариант, это вот самое топовое, это в два раза увеличенная скорость открывания яйца. Ой, это я R-ку нажал, да? Случайно. Так, ладно, по три яйца мне смысла открывать вообще не хочу. Ну, то, ну, конечно, прикольная вещь. На самом деле, прикольная вещь. Но как-то... Либо... Блин, она сколько стоит? Давай посмотрим, сколько она стоит. X3 открывание. Где она? 699. Блин, она много стоит очень. Я за 699 две штуки куплю. И вот эту. И еще у меня останется даже. У меня 500 только уйдет. Ну, 600 уйдет. У меня еще соточка останется просто в кармане. А я куплю себе две прикольные вещи, два прикольных геймпаса. Поэтому даже не вижу смысла. Она неплохая. А, вот, еще Inventory Space, еще вот этот вот есть 200. 150, точнее. 150 на 100. Ну, конечно же, все будут покупать за 200. Кто же купит, блин, за 100? Вообще непонятно. Этот геймпас. Зря поставили вообще. Это на чувство какое-то сыграно. Так, Вервульфик есть за 49. Вот такие я вообще не хочу покупать, хотя Вервульфика одного бы так можно, в принципе, тебе нужно 5 вот таких штук купить. Но это 5000 робоксов потратить, это очень много, я, честно, не хочу, ни разу не хочется. Ну и с учетом того, что он дает всего лишь 750 робоксов, 750 вот этих вот монеток, это не очень круто. Так, делит, у меня очень много петов. Сейчас разберемся с петами. А я к чему хочу сказать? Он дает 750, а мы только за логин через 30 дней получим 4,5 миллиона. Одного пета не прокачанного, 4,5 миллиона, это круто. Так, так что он так-то, на самом деле, куда-нибудь...
куда-нибудь уйдет. Не пойдет, короче. Вот даже вот этот у нас 730 дает, тот дает 750. Не очень-то круто. Ладно, давай эпиков получаем. Эпиков много повыпадало. Это хорошо, но мы еще не все пооткрывали. Я считаю, это вообще круто. Ой, этот орленок повыпадал. Так. Так. Сейчас все, я все сейчас буду уже удалять потихонечку, уже начинаю удалять. Нужно поснимать вот этих вот беленьких. Я понимаю, они прокачаны. Я помню, раньше нужно было прям вкачивать, ну, то есть, тратить плохих на того, то, что ты будешь улучшать хороших. Ну, как-то так. Это все шло. Давай еще зеленых, может, поулучшаем, потому что они же круче, чем белые. В принципе, да? Этих я заблокирую прям на, ну, на чуть-чуть. Разблокируем. Сейчас просто это все продадим. Все. Наверное, вот так. Так, все, проверяем. Все вроде хорошо. Так, вот видите, я заблокировал эксклюзивных петов, потому что, ну, их тяжело потом будет найти. Их давай. Вот этого мне дали за код. Он у меня просто есть, и все. Я радостно доволен. Он у меня есть. Я таких вот питомцев закрываю, которых я вообще потом больше нигде никак не получу. То есть этих я могу хоть как-то выбить из яиц, но вот этого я вообще нигде никак не получу, поэтому я его себе оставил. Так, слушай, вот этих я разблокирую. Все, разблокировал, они у меня просто есть. Так, все остальные у меня качаются. Дальше. Дальше забираем это все. Все, что мы хотели, осталось. Осталось совсем немного. Неплохие вот эти эпики выпадают, орлы. Неплохие. Вот реально очень хорошие. Да вообще то, что эпики падают, в принципе, неплохо. Ну, хотя 10% это на самом деле очень многоватенько. Я помню, в первом раньше там было прям уже сразу, я когда зашел, там уже было сразу два вот таких вот, по-моему... Нет, хотя был один, да-да-да, один тоже сундук, но я помню до него, ой, как долго все это было. Я первую 10 по десяточке там реберты эти делал, это было жесть какая, жесть. Я помню, это очень было там все на самом деле сложненько, и все тяжело, сложно, и все, реально, не знаю, как это даже обозвать. Так, вот такого вот рогатого эпика получили. В первом было немножко... Ну, может быть, я просто не шарил. Там потом просто разгоняешься то же самое. Я не помню, что прям была какая-то сложность, как в этой игре. В конце, ну, я имею в виду, когда уже разыгрался, когда уже прям хорошо играешь. В принципе, не было таких каких-то проблем. Проблем было только вот сейчас, видите, 400 надо вытащить, чтобы получить вот эту легу. А там нужно было, по-моему... Там уже 1500, 2000, вот так. Особенно у каких-нибудь ивентовых пчелок. Ой, пчелок уже хотел. Каких-то ивентовых, каких-то яйцах, как, например, типа хэллоуинские яйца. Ой, там сидели, короче, долго. Ну, там они часто делают праздники, часто делают выходные какие-то интересные, ивентовые. Очень много занимаются этой игрой, это очень большой плюс. И действительно, я всегда поддерживал эту игру и всегда говорил, что она классная. И периодически в нее возвращался, в первую часть. Даже еще последний раз уже играл летом, наверное. Летом, прям вот когда вот эту фигню добавили, вот эту штуку, вот эту полоску, когда добавили, тогда я играл последний раз. О, сразу это Шайна выпало, это круто. Круто. Вот, поэтому, не знаю, игра, в принципе, классная, офигительная. И я надеюсь, что вот в этой, во второй части, они забросят немножко первую и будут в эту часть больше заморачиваться. А по поводу онлайна, в игре всегда очень много в онлайне. То есть, всегда 1500-2000, даже в первой части так было. То есть, как в PET-симуляторе. То, что всегда так. То есть, игра, в принципе, она и тогда зашла, и я думаю, сейчас она зайдет. И все, что они сделали... Я не знаю, это только одни плюсы. Пока что одни плюсы, конечно, сейчас телепорты, наверное, доделают. Какие-то там сундучки сделают, как и да и в предыдущей части. Пока эта игра, конечно же, не полноценная, то, что как в первом PET раньше. Но хотя бы в PET раньше можно теперь подглядеть и посмотреть, что тут в будущем, скорее всего, добавят. Но я думаю, тут, блин, самое, конечно, нововведение, это вот эти мини-игры, это конечно, вообще, это топ. Это просто топ. И с учетом того, что ты играешь за того PET-а, который тебе нравится, это мега топ. Все, осталось 2 яйца. Давай, открываем. Тут там не машет. Машет он там. Давай, открываем 2 яйца. Все, выпал эпик, не выбил я себе вот такого легу. Это на самом деле очень тяжело, так, нету токенов. Все, ладно. Это неплохо. Слушай-ка, давай теперь что-нибудь поделаем. А, Шайна не хватает.
А на орла не хватает. Давай этого сделаем. Этого. Зеленого сделаем. Все. И все. Так, слушай, что нам нужно теперь сделать? Нам нужно теперь вот этих вот белых удалять, потому что зеленые потом все равно будут в топе, когда они прокачаются. Это 100%. Это гадалки не ходи. Так, и теперь нам нужно вот этих вот зеленых поставить. А я знаешь, как сделаю? Нет, я знаешь, как сделаю? Я сам не знаю, как я сделаю. Смотри, эти легендарки с предыдущего яйца, они уже все. Они уже все, их тоже можно списывать в долгий ящик. Уже можно даже выкидывать их. Но пока я не буду, потому что они полностью прокачаны и, в принципе, много дают. Так, так, надо... Давай, знаешь, как это тогда заблокируем. Чтоб прям вот сейчас всех почистить, удалить. Так, все. Все остальные, в принципе, мне не нужны, да? Да. Проверяем. Все хорошо. Все замечательно, всех оставили. Разблокируем. Блин, по поводу удаления, восстановления намного все проще, интересней. И, в принципе, ну, как бы не хочется на это время, на самом деле, тратить. Это, в принципе, не напрягающий вообще ни разу. Единственное, можно лохануться какого-то своего пета убрать, добавить. Это будет, конечно, фейл, но... Ну, как бы... Ну, это ты сам уже виноват. Это уже невнимательность твоя личная. Давай сбегаем на наш... Я потерял, вот как всегда, раньше. Вот когда я теряю раньше, я бегу сюда. По исследованию вот этой карты я каких-то секретиков не понаходил. Я побегал, но ничего такого не нашел. Так это прикольно, как будто у него, блин, у меня так же, что ли? Смотрите, А у меня что такое лысое-то? Я вот как не зайду, у меня всегда лысое какое-то поле. А там, смотрите, деревья, вон того. Какие деревья там классные, большие. Чего у меня такое лысое поле? Вот как не зайду, всегда какая-то вот бубуйня. Так, давай посмотрим. Это индекс, которым могут ребята все посмотреть, кто захочет, кто не захочет. Просто вот так вот все. Это весь наш индекс, который существует, только он не показан в виде черных, кого еще надо выбивать, просто какие у меня есть все питомцы. Можно вот так вот медленно-медленно проглядеть и, в принципе, офигеть, сколько у меня питомцев. Это очень-очень классно. Должно быть, кстати, 62, да, получается? 62 пета. Это круто, это классно, я бы сказал. Кстати, к нам подсоединился тяжело-то как. Зара Иван 3, топ 24-35 и Фокс 65-505. Очень тяжело вот отсюда читать, кстати. Я не знаю, почему. Вот у меня почему-то под глазами тяжело. В общем, тут ничего такого серьезного нету. Ничего не вижу. Вот я вот к этому хочу. Почему это? Елки какие-то. Или у того елки большие. А, тут у этого тоже елки. А у меня почему-то нету елки таких больше. Было бы прикольно. Вот с елочками, конечно, было бы классно. Так, можно вот тут, кстати, что-то вот посажать, все делать. Давай посмотрим у этого. Ой, у него этот пет есть. Блин, господи, а у него прикольней. А у него круто. А у него где все пет-то? А, он ребёнка сделал. Все понятно. Но у него прямо этот пет есть. Все, у него вот этот пет, который я не могу выбить. У него есть уже. Но у него нет вот этой одаренки. А и вот это... И вот этой одаренки нет. У меня вообще по легам. Вот этой одаренки тоже нет. Это жестко. Жесткач. В принципе, прикольно. Знаешь, что мне нравится? Что мне понравилось? Мне понравилось, что можно сидеть на лавочке в этой игре. Это действительно классно и офигительно. Можно вот тут возле шумета, видишь, на пеньке посидеть. В принципе, все прикольно, все классно. Ладно, ребят, всем спасибо, кто посмотрел этот ролик. Кто написал обязательно комментарий, обязательно прочитаю, поставлю сердечко. Не переживайте, все прочту, все посмотрю. Обязательно, может быть, не обязательно, а может быть, в следующем ролике уже буду впихивать ваши комментарии, если какие-то интересные будут именно комментарии. Ну а с тобой был Клантайка, не забывай подписываться на канал, не забывай ставить лайк, и всем пока-пока. А, вот это наш подписчик, да? Давай посмотрим на финалочку. Ой, ну круто тоже, неплохенько.